Всем добрый день. Сегодня у нас я разыграю этот объектив в тот момент, когда это произойдет. Ну, основные требования и условия — это, во-первых, подписка, причем она должна быть открытая, чтобы я посмотрел во время рандомайзного выбора. Дальше будет в момент, как я анонсирую о том, что необходимо оставить комментарий. Лайк, дизлайк — это вам без разницы, тем более в настоящее время, когда дизлайки не учитываются. Ну и в результате я его разыграю, да, и отошлю в любую часть света, за единственным исключением, за исключением того момента, что осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. То есть вам придет, вы должны будете продемонстрировать, что это вам пришло, чтобы все было честно и открыто. Итак, этот конкурс начнется в том случае, и разыграем данный объектив. Первое важное условие, когда наберется 10 тысяч подписчиков и больше. Ну и всем удачи! Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании.
своем канале решил провести конкурс и разыграть объектив для смартфонов Улайнзи, который представлен в данном варианте. Это аноморфный объектив для того, чтобы осуществлять съемку в аноморфном режиме. Распаковка данного объектива у меня была на канале. Кто желающий может посмотреть и ознакомиться с результатами, как это все дело осуществляется. Причем это будет полный комплект, он новый. Использование его было, но очень мало. То есть стандартная комплектация, документация на китайском и английских языках. Дальше лежит адаптер для фильтров, чтобы закрепить на этом объективе различные фильтры. Стандартная их протирка. Дальше клипса пластмассовая для того, чтобы закрепить этот объектив на вашем смартфоне достаточно быстро. Второй вариант зажима, здесь идет 13 мм резьба, чтобы закрепить при помощи вот этого зажима на вашем смартфоне. И непосредственно сам объектив, который чистенький, не поцарапанный, новенький. Для того, чтобы креативить при помощи него у вас, ну, либо на канале, либо непосредственно сами у себя. Да, розыгрыш пройдет только лишь в том случае, когда на канале моем выполнится ряд условий. А конкретно, то есть если наберется количество подписчиков больше 10 тысяч и продержится это не менее недели. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.